Воспользоваться услугами почты, осуществить денежный перевод или произвести онлайн-платеж жителям Баку теперь станет проще. Выездные услуги начало оказывать общество с ограниченной ответственностью «Азерпочт» при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий. Подчиненное Министерство транспорта, связи и высоких технологий ООО «Азерпочт» в свою очередь предоставляет, дал старт проекту как финансовых, так и почтовых услуг с целью не отдаляться от мест проживания граждан, представив услугу мобильной почты. На сегодняшний день услугами мобильной почты воспользуются граждане, проживающие на территории Забрат, Рамана, Изых. Хотелось бы отметить, что услуга мобильной почты, оказывающая со стороны ООО «Азерпочт», также и впредь будет функционировать и оказывать услуги граждан, проживающих на территории в поселках близ города Баку. Организаторы отмечают, такая инициатива особенно важна в условиях действия в Азербайджане особого карантинного режима. О необходимости его соблюдения сотрудники «Азерпочт» в ходе выездов регулярно напоминают гражданам. Эльдар Расулов, Намик Гасанлы, CBC.